Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале Рецепты Лайт. В преддверии Рождества хочется поделиться рецептом диетического праздничного торта «Пенек». В нем идеально сочетается ванильный бисквит и карамельно-шоколадный крем. Приготовим шоколадную помадку. Сотейник просеять какао, добавить подсластитель и теплое молоко. Тщательно перемешать, чтобы не было комков. Постоянно помешивая, на среднем огне довести до кипения. Добавить сливочное масло, перемешать, накрыть пищевой пленкой в контакт и остудить. Приготовим крем. На холодную сковороду высыпать сухое молоко. На медленном огне при постоянном помешивании обжарить молоко до золотистого цвета. Погружным блендером измельчить обжаренное молоко. В глубокую миску поместить творожный сыр, мягкий творог и подсластитель. Взбить миксером до объединения ингредиентов. Добавить сухое молоко и еще раз взбить. Отложить 200 грамм крема для выравнивания. Остальное пойдет в начинку. Приготовим бисквит. Белки отделить от желтков. К желткам добавить кефир, подсластитель и ванилин. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Белки взбить щепоткой соли до устойчивых пиков. В три захода ввести белки в тесто. Перемешать лопаткой движениями снизу вверх. Противень застелить пергаментом. Вылить тесто. Равномерно распределить в форме прямоугольника сторонами 30 на 25 см. Выпекать заранее разогретый до 180 градусов духовки 15-18 минут до сухой зубочистки. Готовы бисквит остудить. Бисквит разрезать на 4 одинаковых полосы шириной 7,5 см. Бисквитные полоски пропитать сиропом. Для него необходимо довести воду с подсластителем до кипения, остудить и нанести кисточкой. Также кисточкой равномерно нанести шоколадную помадку. Распределить крем. Удобнее всего сначала его поместить в кондитерский мешок, а затем размазать лопаткой. Первую полоску свернуть в плотный рулет. Состыковать конец первой полоски с началом второй и продолжить сворачивать в рулет. Установить рулет на подложку и обернуть вокруг оставшиеся полоски. Завернуть торт в пищевую пленку и убрать в холодильник на 5 часов. Шоколад поломать на кусочки, растопить в микроволновке или на водяной бане. Добавить растопленный шоколад к отложенному крему. Если шоколад в этот момент начнет застывать крупинками, то поставить в микроволновку на 10-20 секунд, и он растает. Просеять какао и тщательно перемешать. Попробовать крем на данном этапе. Если он недостаточно сладкий, то добавить еще подсластитель. Покрыть верх и бока торта кремом. С помощью вилки сделать узор, имитирующий кору дерева. Украсить торт на свое усмотрение. Убрать в холодильник еще на 4 часа.
Друзья, надеюсь, вам понравился рецепт, и вы не оставите его без комментария и лайка. Всем пока!